Засада. Радиоспектакль. Что может быть приятнее чая из самовара? После трудов праведных чашечку другую. Мечта. А вы чуть сахарок не берете, Сергей Петрович? Сахаром оно приятнее. Привык, Борис Нилович. Ну что за привычка в сладости себе отказывать? Жизнь нас не балует. Так хоть сами себя маленько побалуем. А потом говорят, сахарок на умственную деятельность влияет. Или не так? Не знаю. Ну, влияет или не влияет, а вкусно. Или вот с медом-то. Тоже хорошо. Особенно, если ты простыл. Хотя нет, тогда лучше малиновое варенье. Все насморки как рукой снимает. Да. А вы чего такой хмурый-то, Сергей Петрович? А? Вон, утро-то какое. Мороз. Солнышко светит. Нам-то ведь с вами в нашем возрасте надо каждому денечку радоваться. На том свете солнышко-то не светит. Ну, ничего-ничего. Сейчас встретим долгожданного гостя. Вот радости не вставать. Как ну не подходить. Вот так. Вот так вот. Так, что же делать? Что же делать? Как? Неужели нет никакого выхода? Нет. Надо что-то делать. А я сижу и пью чай с этой сволочью. Что я могу? Что могу? Глаз с меня не сводит. Неужели ничего? Ничего. Пока ничего. А потом... Что может измениться? Только время идет. Время идет. Идет. И он, наверное, тоже уже идет сюда. Не изменился. Хотя нет, постарел. Чуба нет. Увял чуб. Чай спокойно пьет. Спокойно ли? Оболочка просто. А внутри, наверное, все ходуном ходит. Выхода ищет. Только какой же здесь выход может быть? Куда ни кинь, нет, не найдет. Тут уж ему и товарищам капут окончательный. Мы ж с вами договорились, Сергей Петрович. Без приказа не вставать, лишних движений не делать. А вы нарушаете. Мне приходится вот голос на вас повышать. Что, неужели по-хорошему нельзя? Ведь мы друг дружку, почитай, с 20-го знаем. Ой, сколько ж воды утекло с тех пор. Все-таки снова свиделись. Не ожидали такой встречи? Не ожидал. А, как говорится, гора с горой. Да, да, это верно. Ушел ты от меня тогда, Крюков. Тогда ушел,
Сейчас пришел. Вот. Здравствуйте, вот он я. Да. Да, между прочим, не один сюда явился. Ну, еще бы, одному тебе. Одному тебе у нас страшно. Вот ты с собой силу и привел. Чужую силу. Или, вернее, она тебя прихватила. Значит, все-таки признаете германскую силу? Как же не признать? Второй год с ней воюем. Ничего, ничего. Скоро отдохнуть можно будет. Вот добьет на Волге наш фюрер большевичков, Сталинградом овладеет, тут и отдохнуть можно. Капут по-немецки называется. Смотри-ка, не забыл. Все еще большевичками нас называешь. Господь с вами, Сергей Петрович. Ну как же забыть-то? Это слово у меня заветное. Ты давно у фрицев служишь? Сотрудничаю. Они мне, я им. Между прочим, я в политической полиции специалистом считаюсь. Да, это верно. Специалисты крупные. Ну а как же? Ну как, к примеру, я добавлю вам чайку. Как, к примеру, гестапо-то на вас без меня вышло, а, Сергей Петрович? Я ведь когда вас в городе на улице увидел, ну вы не поверите, но сердце радости прям соловьем запело. Батюшки мои, комиссар Елисеев, как родному обрадовался. Если бы вы знали, как мне хотелось к вам броситься, а я себя сдержал, и даже виду никакого не показал. Вот, словом, я все-таки чайку вам налью еще. Ну, налей. Вот. Берите, берите. Не желаете? А я еще себе чашечку позволю. Конечно, может, жидкость-то она лишняя для организма и вредна. Только не мог я удержаться. Вы знаете, у меня праздник сегодня. Для меня радостный день. Так редко такие радостные дни бывают. Видно, кровь по мне родительская играет. Вот. Раньше-то человек без чая не мог. Да, бывало, мой дед самовар один выдавал. Муха. Муха. Медленно ползет. Ползет, еле-еле. Откуда зимой муха? Как все глупо, неожиданно и глупо. Но кто мог предположить, что в этом городе появится Крюков? Откуда было знать? Ведь действительно последний раз в 20-м встречались. Думал, давно сдох он где-нибудь за границей, а он вон где выполз, узнал. Понимаю, все дело в сахаре. Почувствовала, я жила. Муха, прихлопнуть ее, что ли? Как же это я-то не заметил? Да нет, просто в голову не могло прийти. Я должен был узнать его тоже. Он-то меня не забыл, а я почему? Разве я мог забыть его? Куда они вот прячутся на зиму? Спят. Мухи спят, как медведи. Ну, значит, виноват. 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 И я обязан что-то сделать. Только что? Как? Что? Сергей Петрович. А, Сергей Петрович, я почему сдержался-то при нашей встрече? Потому что я крепкий человек. Вот так, не хвастаясь, скажу. Крепкий. Целый год мы организацию вашу ищем. Везде капканы расставили, и ничего. Как в воду канули. А действия-то ваши вредные продолжаются.
Уж на что шеф мой, полковник Брух, человек опытный, и то у него руки опускаться стали, а я тут вас и встречаю, можно сказать, лично. Вот. Нет, думаю, не может быть, чтобы комиссар Елисеев не был с подпольем связан. Не ошибся? Молчите. А что молчать? Факт. Вот. Видно, здорово я изменился, Сергей Петрович. Да. Полинял ты как-то, Крюков. Полинял. Понимаешь? Кажется, даже ростом поменьше сделался. А вы-то сохранились. И осанка, и все такое вот. Сохранились. На свою беду, на мою радость. Вы тогда на улице на меня ноль внимания, Сергей Петрович, а я за вами полное внимание. Оправдались надежды-то мои. Рацию мы вашу накрыли. Вас, так сказать, с поличным взяли. Не ожидали? О, верно. Вот только радист нам чуть всю обедню не испортил. Мы же не хотели вас совсем. Мы же хотели вас как? Совсем без шума взять. Все-таки городок небольшой, соседи могут слухи ненужные разнести, а нам это ни к чему. Понимаете? Пускай уж все думать продолжают, мол, ничего такого не случилось с Никитиным Серафимом Петровичем. Можете мне вас Серафимом называть прикажете. Говорят, некоторые очень к псевдонимам своим привыкают. Ведь совсем без шума не вышло. Эх, а что ж вы радуетесь-то? Чему радуетесь-то? Молодого парнишку на тот свет пришлось отправить. Неужели вам, друга своего боевого, не жалко? И зря. Вот что главное. Ну что, один выстрел. Люди теперь привычные, внимания не обратили. Может, это патруль. А нам этот выстрел действительно полезным оказался. Долго мы еще здесь чьи-то будем распевать? Нет, не очень. Я понимаю вас, Сергей Петрович. Если бы кто другой брал вас, могли бы еще комедию поломать. Я, мол, так, а так, и так далее. А тут является за вами Крюков. Собственной персоной. Знает этот Крюков товарища Елисеева как облупленного. Тут, как говорится, к чему слова, все как на блюдечке. Собирайся и айда в гестапо, так? Только я ведь давеча-то про гостя неспроста говорил. Какого гостя? Ты чего несешь-то? А разве вы не ждете гостя, Сергей Петрович? Нет, ты знаешь, я никого не жду. Вообще в этом доме, кроме меня и радиста, никто не жил. Ах, вон что, так. Ну, тогда пардон, Сергей Петрович. Вот только чаек допью и отправимся. Сейчас. Конечно, тут дело ясное, не терпится мужество свое вам показать. Ах ты, Господи, героически молчать собираетесь, а я вас понимаю. Только не удастся вам себя проявить, Сергей Петрович. Да и вопросов задавать вам не будем. Мы вас простенько, быстренько, без разговора и даже без лишних мук. Мы вас повесим. Главное, это удача впереди у нас. Вот как? Да. Она именно, Сергей Петрович. А будете вы молчать или нет, нам на это, извините, наплевать теперь. Ну, что же вы меня тут держите? А хочу вместе с вами гостя встретить, хочу уважение оказать. Опять? Бросьте, Сергей Петрович, радист нам перед смертью все рассказал. Да врешь ты, не мог, Коля. О, выходит-то было что сказать Николаю вашему? Пытали умирающего.
А вот и нет. Сам все сказал. Снова врешь. Ошибаетесь, Сергей Петрович. Ошибаетесь. Он в бреду меня за вас принял. Но я и поговорил с радистом. Отпустил грехи. Сволочь ты. Сволочь. А я все удивляюсь, как этот радист меня за вас принял. Неужто похоже? Вот придет сюда товарищ Степан, у него спрошу. Или неправду радист перед смертью сказал? Не ждете вы здесь человечка важного, а? И нет на свете никакого Степана? Бредил радист. Бред есть бред. Ну, мы проверим, мы проверим. Посидим вместе с вами, почаевничаем, смотришь, кто и заглянет. Вот, добавить вам, Сергей Петрович, дождемся. А уж тогда господин Брух сюда лично за вами пожалует. Снег за окном. Снег. Какой пошел снег. Просто сплошная белая стена. Валит и валит. Снег глушит все звуки. Как будто мы все под водой. Ужасное положение. Ужасное положение, отвратительное. Я теперь вроде приманки на крючке. Дом, конечно, окружен. В прихожей еще два гестаповца. Эх, Коля, Коля, почему ты не умер молча? А почему я решил, что под водой именно так? Откуда я это взял-то? Разве я бывал под водой? Подожди, спокойно. 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 Значит, так. В лесу есть еще одна рация. Хорошо. Так. Видимо, они недавно начали следить за мной, но в городе я встречался только с радистом. На этом их сведения и обрываются. А в детстве нырнешь. Нырнешь и долго-долго плывешь под водой, только все по-другому. Не белый, а желтый свет, и все время какой-то нарастающий шум в ушах просто. Кончился воздух в легких. Черт побери! Если бы только на мне обрывались их сведения, Степан! Степан! Он действительно сегодня придет сюда. Неужели провал? Такой страшный провал. Рухнет труд стольких месяцев. Неужели я смогу допустить? Просто сплошная белая стена. Какой пошел снег. Всего три шага. Три шага до окна. Если занавеска задернута, в дом входить нельзя. Но как ее задернуть? Задернуть. Так как ее Крюков? Крюков. Невыносимая беспомощность, значит, что-то другое. Но что, что? Что другое-то? Что? Быстрее, быстрее. Только без паники. Он придет сюда через час, значит, у меня есть еще час. Час. Молчит. Время тянет. А для чего ему время? А вдруг у радиста действительно был просто бред? И нет и в помине никакого товарища Степана. Не приголубит тогда меня полковник Брух. Нет. Не бредил он тогда. Просто не в себе был. Тот и Елисеев такой спокойный. Даже слишком спокойный. Думает. А я ему сейчас чайку предложу. Сергей Петрович,
Я чайку вам добавлю? Добавь. Вот. Пожалуйста. Странно. Почему он согласился? Думает. А что он может придумать? Взяли мы их ночью тихо. Только в радиста стрельнуть пришлось. Ну да это ничего. Это тоже предусмотрено. Если кто из соседей с ним связан, тоже ведь ничего страшного нет. Специально из дома не увозили. Оставили. Охрана скрытая чин-чинарем. Нет, клюнет этот Степан. Ой, ноги-то как ноют. Господи, всю ночь болели. Опять метель началась. Неспроста все это. Стоп. Стой. А если у них знак какой условно имеется? Я ведь их конспирацию помню. И может, сумел Елисеев этот знак подать? Уйдет тогда. Это уж как пить дать. Из рук уйдет. А как разгадать? Я хоть с комиссара глаз не спускаю, только все одно он стреляный гад. Радист шептал. 10:00. Выходит, час один остался. Только бы не упустить. Зря вы чайком, Сергей Петрович, брезгуете. Я еще вам добавлю. Ох, Господи, аж до костей шибает, горячий какой. Да, меня ревматизм замучил. Вот только кипятком и спасаюсь. А я заметил, вы хромаете, Сергей Петрович. Раньше-то вы и не хромали. Рана старая. А, выходит, с тех пор еще. Нехорошее дело, это противно. И к дождю болит, и к жире ломит. Бывает. А я вам средство одно могу посоветовать. Проверено. Дурака валять не надоело? Вот тена. Крюков. Я с вами душевно, а вы... Между прочим, я ревматизм-то свой по вашей милости приобрел. Помните, в 20-м году вы в Семеновку с отрядом нагрянули? Я тогда целых 3 дня у попади в погребе просидел. А там сыро было, холодно. Вот результат. Значит, у попадьи. А такая тихая старушка была. Да, не заглянули мы в погреб. Повезло тебе, Крюков. Я вообще удачливый. Да, повезло. Сколько раз я от вас уходил. Правда, когда наша власть была, вы от меня тоже бегали. Это вам нынче не подфартило. Все правильно. Все верно. Сколько ж можно нам друг за дружку бегать? Возраст не тот. А? Теперь все. Кончен бег. Считаешь, выиграл? Да. А чего там? Просто дня своего я дождался. Вот так вот. Вы ведь тогда всех дружков моих в раз ни одного не оставили. Вот я о чем размышляю. Часто, как это вам узнать удалось? Вот что мы в Семеновке затаились? Или Иуда какой нашелся? Хорошо, конспирация у нас была налажена. А, так конспирация. Вот значит как. Может, объясните, Сергей Петрович, чего скрывать-то? Дело давнее? Как? Тем более вспоминать нечем. Так и так банде твоей крышка выходила. А, рано или поздно, что ли? Ах ты, боже мой, боже мой. Спаси нас, Господь, и помилуй.
Не рано ли молиться начал, Крюков? А чего же не помолиться? Я вот, может, за вашу душу помолиться хочу. Теперь многие люди в Бога не верят. Молитвы забыли, а душе думать не хотят. Но зато ты, атаман Крюков, душевный человек. Смеетесь, Сергей Петрович? А ведь все зло-то из-за этого самого. Войны, грабеж, пламя. Душу не лелеют, грязнят душу. А ты? А что я? Я тоже душу погубил свою. Вот мы с вами, немолодые уже люди вроде. Нам бы внуков растить, по хозяйству заниматься. А по воскресеньям вот так бы, за самоварчиком беседовать мирно. А? Благодать! И только... Праведник, ну просто праведник. Как предписано жить надо, как Богом назначено. А мы землю делить начали, кровью полили. Мы ведь земляки с вами, Сергей Петрович. Ну как же, помню. Здоровенная такая вывеска. Нил Крюков, торговля хлебом. Да, папаша мой, царство ему небесное. Ох, Господи. Давно городок наш покинуть изволили, Сергей Петрович? Оттуда воевать пошел. А, выходит, так все в нем и прожили? В нем. Где я только не был за эти годы. Наверное, целое кругосветное путешествие совершил. А лучше городка нашего истинное слово не сыскать. Стамбула там, Париж, это все стороной. А наш город, не поверите, чуть ли не каждую ночь снится. Чувствительный ты, Борис Нилыч. А как же? Куда ни кинь, родина. Ох, Господи, сколько лет прошло. Ох. Изменился городишко-то наш? Не очень. Мост через Тьмаку тот же? Нет. Новый построили? Новый. Ух ты! С того моста рыбу хорошо ловить было. Помню, плотва жирная, а куньки попадались. Мы с ребятами у плотины рыбачим. Вот там действительно клюет. Да что? Да что, Сергей Петрович? Я же знаю это место-то. Там больше мелочи попадалось. А я с моста-то однажды вот такую щуку поймал. Поначалу думал, не удержу. Если неожиданно ударить его табуреткой по голове, нет. Даже если это мне и удастся, на шум сбегутся другие, тогда уж вообще никакого шанса. Шанса. А сейчас, разве у меня есть хоть один шанс какой-нибудь? Сидеть и смотреть, как Степан попадет прямо в лапы полковнику Бруху. Нет, это невозможно. Обидно. Чего обидно, шеф гестапо, полковник Брух. Крюков сказал, что он собирается приехать сюда. Почти полгода мы охотимся за этим Брухом. К смерти его приговорили, и все время ускользает. А сегодня сам придет сюда, и я ничего не смогу. Неужели ничего? Может быть, ведь так не бывает. Я должен что-то придумать, но... Главное предупредить Степана. Идет времечко, бежит, торопится. Полчаса осталось. Притворяется комиссар, а может и вправду спокойный. Может, какой знак скрытно подал и спокойный теперь.
Нет, нет, не мог. Пальцем двинет, и то вижу. Чего, ничего, явится сюда товарищ Степан. А у него документики важные, списки, через них до всех доберемся. Ни одного не пропустим. А полковник Брух сам сюда пожаловать решил. Это чтобы, значит, перед начальством себя выставить. Привык. Боров жирный, чужими руками жар загребать. Ничего, 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 я свою долю упускать не собираюсь. Только бы комиссар чего не выкинул. Да что же это я все комиссар, комиссар. Покойник он, а не комиссар. А парк-то городской сохранился, Сергей Петрович? Еще больше стал. Я туда с родителями моими оркестр духовой бывало слушать ходил в детстве. Помню, пошли мы однажды. Ну, конечно, как всегда, на передних местах сидели, а у меня лимон в кармане был. Вот. Да, как только оркестр играть начинал, я лимон вынимаю и есть его. Есть его. Причем так смачно, с гримасами. А так это ем его, и ем его. Трубач уставился на меня, на лимон мой. А слюна его так и прошибает. Вот, пыхтит, а звука нет. Вот. Умора. Вот. Выдрал тогда меня папаша. Я тебя, Крюков, мальчишкой помню. Ты у себя на Алексеевской верховодил. Это точно. И вы, Сергей Петрович, на своей-то улице тоже вроде командира были. Да. Лупили мы вас отчаянно. Не всегда, не всегда, Сергей Петрович. Случался, мы шпану фабричную поколачивали. Никогда не забуду, как раз под Пасху было. А, вон ты что вспомнил, верно. Подкараулили вы нас тогда. Засаду вроде устроили. Нас трое, а вас десятка. Физиономию вы нам порядком попортили. Только в конце концов все-таки вам улепетывать пришлось. Трусили. Это не забыл, Крюк? Детство, детство. Время золотое. Да, никогда не вернется. Вот. А дом с колоннами на площади, прямо перед собором, сохранился? Дом, что ли, ваш? Да, родительский. Стоит. В нем теперь школа. Школа? Школа – это хорошо. Это прекрасно даже. Это прекрасно даже. Я не против. Пусть. Пусть ребятишки пользуются. Неужели не помнишь, Крюков? Это о чем? Как 20 семей красноармейских из Пахомова в хлебном амбаре запер и сжег. Много там ребятишек было. Я, Сергей Петрович, в Пахомове не был. Честное слово, отсутствовал я тогда. Это все помощнички мои. Особенно Витька Бирюлин. Змей был! Только, конечно, все едино. И на мою душу грех. Что говорить, забыли Христа. А сейчас, вот, вот сейчас, мне бы после разлуки дальней обнять землячка, поцеловать троекратно. Мы опять сидим, следим друг за дружку по волчьи. А ведь одна кровь у нас, Сергей Петрович. Русские же мы люди с вами. Ты, Крюков, фашист. А у фашистов национальности не бывает. Но нет, нет уж, Россию вы у меня из сердца не вынете. Вот она где. Я здесь родился
здесь умру. Вот с последним спорить не буду. Пугаете? Зачем? Ты сам знаешь. Про смерть свою? Да про все. Ведь ты не дурак, Крюков. И тебя, и хозяев твоих, как ни противно, но придется в нашей земле закопать. Правда, может, кто и до Берлина сохранится. А жаль. По-вашему, один у меня выход, да? Руки вверх, сдаваться. А что? Смотри, только как бы и этот выход не прозевать. А ведь не простить? Сергей Петрович, а пока ведь вы арестованы-то у меня сидите. И войска германские на Волге. Дальше драпать придется. Так рассчитывайте. Ага. Чего? Поживу, погляжу. Только это вы. Сергей Петрович, больше уж ничего не узнаете. Веревочка, перекладина и адью. А зачем? А зачем? А зачем? Вот вы меня можете всякими словами оскорблять, а мне вас, честное слово, жалко. Ведь не поверите, чувство у меня такое, будто меня вешать хотят. Хотите, я всей жизни за вас рискну сейчас? А? Это как же? Очень просто. Я бежать вам помогу. Думаете, меня после этого шеф по головке погладит? Только я все равно помогу. Ничего не боишься, смотрю. Не хочу бояться. И... Нет, не хочу бояться. Все. Я сейчас крикну, уберу солдат подальше от окна, а вы в него и сигайте. Очухаются они не сразу. Вот, а вы далеко улавливаете. Что с тобой, Крюков? Объяснять долго. Решайтесь, Сергей Петрович, а то раздумать могу. Что? А? Ну? Что? В накладе остаюсь. Вот что плохо-то. Вам свобода, жизнь получается, а мне смерть выходит. Убьют они меня. Вот в чем дело-то, если упущу вас, одно спасение. Вместо вас, товарища Степана, товарища Степана им представить. Вот. Так что по-честному давайте. Вы побег совершаете, героем своих станете. А пусть и мне от германцев перепадет. Купец ты, Крюков. А как же? А как же? Все в роду купцами были. А чего тут думать-то? Зачем двоим гибнуть? А так вы хоть отомстите за него. Как говорится. Да не понимаю, что же я для тебя сделать могу? Мелочь. Пустячок. Условный знак. Объясните. Да какой знак-то? Не притворяйтесь, Сергей Петрович. У вас в доме явка. Явка? Все знает. А значит, есть у вас такой знак, чтобы каждый, кто идет сюда, знал, путь свободен или нет. Засада. Мол, снег скоро растает. Вот тогда начнется не проехать, не пройти. Что, если в нем осталось что-то
А вдруг это шанс, тот самый, единственный, долгожданный? Ой, ну и мысли же лезут в голову. Это же убийца, выродок. Просто упустить боится. Вот и... Речка, должно быть, сильно разольется. Мост очень старый, достаточно одной льдины. Если заморочить башку. А? Нет. Нет, нет, Крюков далеко не так глуп, и меня хорошо знает. И все-таки. Правда, время еще есть. Время еще есть, есть. А если? Ошибаетесь, Крюков. Во-первых, я не жду никакого Степана. Из этого следует, что нет и условного знака. Не верите? Ну, даже если б поверил, ничем не могу помочь. Хотел хоть один грех с души снять. Ведь повесят. А Степана-то все равно возьмут. Чудной ты, Крюков. И выходит, не я, а это ты мне не веришь. Молчит. Тогда смерть и молчать будет. А вдруг все-таки поверил? Поверил, да ему и вправду сказать нечего. Поверит он мне, держи карман. Нет, его убедить надо. Может, действительно никакого у них знака не придумано? Может, так из-за ничего сам себе нервы треплю? Обойдется, может? Да чего все-таки ходики противно стучат? Тик-так, тик-так. Неужели из этих тик-таков вся жизнь состоит? Все меньше, меньше. Зачем часы-то придумали? Как будто смерть свою пропустить боимся. Только тогда все равно на циферблат не посмотришь. Ох, нет, 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 нутром чувствую, есть что-то. А что? И время идет. Умный гад. Неужели я опять не обойду комиссара? Что бы вы там ни говорили, а судьба-то все одно существует. А, Сергей Петрович? Через столько лет в незнакомом городе снова мы с вами, так сказать, лоб в лоб. Судьба. Разве это не судьба? Не верите, Сергей Петрович? Ну что ж, ничего не поделаешь. Стало быть, так у вас на роду написано. Помирать в самом начале февраля 1943 года от Рождества Христова. Ты меня заранее не отпевай. Конечно. Вы человек идейный, бесстрашный. Таким в молодости были. Да и сейчас, видно, не изменились. А все-таки вот так вот, Сергей Петрович, вот так вот, положа-то руку на сердце. Неужели умирать-то не страшно? Я смотрю, ты, Крюков, философом стал. А может... А, собственно говоря, ну какое тебе до этого дело? А может, я на себя перевожу, пробу делаю? Прикидку, что ли? Ну, не выйдет у тебя прикидки со мной. А почему же? Не выйдет, Борис Нилович. Умирают-то одинаково все? Нет, Крюков, нет. Ладно. Нет, 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 нет. Так вы объясните, Сергей Петрович, вы объясните. Я к старости понятливей в этом вопросе стал. Да нет, для тебя жить, даже не жить, а существовать, это и правда самое ценное. Ага. Есть, там, пить, ага. Так, так, так. Убивать. Ага, понимаю. Больше-то у тебя нет ничего, ничего, что могло бы остаться после тебя твоим продолжением, что ли, ни дел, ни идей. Вот поэтому потерять это свое существование для тебя
Безумно страшно. Ох, вон, как поворачиваете, да? Вот ты за него и цепляешься зубами и кулаками. Действительно, ведь паршиво умирать, если вся твоя жизнь вроде бы была, знаешь, вроде мостика из пустоты в пустоту. Это мудрено очень. А попроще? Страшно после себя ничего не оставить. А может быть, у меня дом под Берлином собственный и какой-никакой счетец в банке? Тогда это еще страшнее, Крюков. А вам не страшно? Тоже добра, наверное, нажили. Большие чины от советов получили. Верно, большие. Генералом или директором заделались? Бери выше. Что, может, в наркомы произвели? А чего выше-то еще? Учителем я стал, Крюков. Историю преподаю. Простым учителем? О. Самым простым. Да, это действительно большой чин. Это куда уж больше. И что же это вы за него в гражданскую войну себя под пулемет подставляли? Кровь лили? Чего-чего, а дома, собственно, это верно, у меня нет. И счета тоже нет в банке. Только разве я для этого с тобой дрался, Крюк, чтобы виллу на море себе отгрохать или золотые палеты на цепи в лимузинах раскатывать? Нет. А, разве тебе понять, какое это счастье учить детей? Чужих? Или и свои имеются? Сын у меня. Большой? В этом году 20 будет. Воюет? Конечно. Вот и с сыном-то вам тоже больше не встретиться. Не встретиться. Димка, Димка, сынок, эти дни я совсем не вспоминал о тебе. Нет, нет, это неверно. Я все время думаю о тебе, просто очень давно не видел. Каким он стал теперь, Димка? Последнее, что я знаю, твоя дивизия дерется под Сталинградом, а если... Об этом не надо. Не надо об этом, особенно сейчас, война, это война. Записку, хотя бы строчку. Вряд ли, не получится. Когда ему шел 4-й год, да, да. 4-й, он разбудил меня ночью, плачет. Ты чего? Не хочу, чтобы ты стал стареньким, не хочу, чтобы ты умер, а потом я буду врачом, я вылечу тебя, папка. Хватит, хватит, нельзя расслабляться. Сейчас только одна цель – задернуть проклятую занавеску. Задернуть занавеску, задернуть. Выходит, в моем доме детей обучают. Как все в один узел завязалось-то. Пустота, говорит. Конечно, все взяли. Всего лишили 10 лет вышибалой в русской тройке. Будь она проклята трижды. Только морда пьяная сверху, снизу. Я по ним хрясь, хрясь, ничего не оставили. Мой черед теперь. Сын, говоришь, я и до сына доберусь. Только бы сейчас выгорело, только бы... Была, помню, у меня в отряде одна девушка, красавица. Елизаветой звали, и фамилию подходящую носила — Синицына. Неужели она тогда погибла в Семеновке? Неужели такую красавицу загубили? Не загубили. Живой остался? Ох, она ж всегда отчаянная была. Не только. Смелая тоже очень. Моя школа. Ошибаешься. Что? Вот ты интересовался...
Как тогда мы банду твою обнаружили? Но? Ну вот, Лиза нам и помогла. Предала? Не предала. Просто прекрасно наше задание выполнила. Она была комсомолкой. Синичка. Синичка выходит. Вот оно как. А ведь я страдал по ней. Как страдал. Вы ведь сами знаете, я в отряде хозяином полным был. Все мое. А ее Лизавету даже пальцем ни-ни. Я ведь дурак, жениться на ней думал, чтоб все законно на всю жизнь дальнейшую думал. Вот у вас семья имеется, сын вырос, говорите, а у меня никого. А почему? Я, может, все годы о Лизе память хранил. Может, я... Она мечта моя. Да. А не врете? Хотя для чего врать-то? Тогда бы узнал, пристрелил суку свою. Хватит, Крюков! А сейчас бы встретил, простил бы. Честное слово, простил. Только бы увидеть. Не увидишь ты ее. Никогда не увидишь. Ну, это мы еще посмотрим, Сергей Петрович. Убили ее кулаки в 25-м на Кубани. Не уберегли, значит. Не уберег. А вы-то тут при чем? Женой она была моей. Лиза. И сынок ее выходит. В 2 года без матери остался. Все, все ты украл у меня. Комиссар, дом, любовь, Россию, ничего не оставил. Что же мне делать с тобой? Какую месть придумать? Немцам отдать? Нет, я тебя сам с собственными руками. Видишь, вот... Револьвер этот. Я в тебя сейчас все пули из него всажу. Все, до единой. Выстрелы далеко слышно, Крюков. Плевать. На все мне теперь плевать, только с тобой. Рассчитаться. Может, это и есть главная мечта жизни всей. За все. Кровью, кровью. Нельзя, даже убить не могу, не приказано. И впрямь засаду сорвать можно, эх, но не везет же мне. Утешишься, когда вешать меня будут. И то верно. Отыграюсь. Я даже, Сергей Петрович, пожелать все сейчас могу. По-христиански. Может, сыну вашему передать чего, я честно выполню. Вряд ли ты с ним встретишься. А вот с вами-то я встретиться не чаял, а пришлось. Глядишь, и с сынком вашим повидаюсь. Встреча это невеселая для тебя будет. А что это вы все, Сергей Петрович, меня заранее пугаете? Хотите напоследок Москву послушать? Не шутишь? Просто я добрый, Сергей Петрович.
Да и мне интересно, о чем соотечественники говорят. Вот, рация-то ваша опять пригодилась. Приемник у ней в исправности. Сейчас, тихонечко так. О, сейчас послушаем так. Никак Москву не поймаю. Слышите? Слышите, Сергей Петрович, как земной шарик-то шумит. Мы тут зубами друг друга рвем, а где-нибудь в Бразилии, представляете, в помине войны нет. Сидят себе люди, кофе пьют. Москва. Музыка. Слышите? Что это они? Музыку передают. А дела у вас, видно, совсем плохи, если Москва песни передает. Когда я вас из револьвера целился, вы, Сергей Петрович, побледнели очень. И вправду думали, убью. Вот что, Крюков, давай-ка прекратим эту душевную беседу. Надоело. Осталось совсем немного. Совсем. Задернуть занавеску, видимо, не удастся. Броситься на окно, попытаться разбить стекло, закричать. Крюков начнет стрелять. А если я не успею сделать и шагу, меня скрутят, заткнут рот, что тогда? Полная беспомощность. Что же другое? Что же другое? После ранения месяц лежал неподвижно, казалось, абсолютно здоров, не мог шевельнуть даже пальцем. Ужасное состояние, может быть, вот так после смерти мозг еще живет, а неужели ничего? Неужели ничего? Нет, 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 нет. Найти, 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 найти. Что вы за люди такие? Из железа как будто ничего вас не трогает. Человек, может, сердце свое открывает, может, первый раз за 20 лет выговориться хочет. Да брось ты юродствовать, Крюков. Вот, 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 вот. Это только на плакатиках своих вы такие добренькие, человечные. Вот так, без лозунгов, без высоких слов разных. Понять ты меня можешь? Не можешь. Да понять тебя... Нетрудно. Не можешь. Вот оно что, нетрудно. Человека ему понять нетрудно. Конечно, у вас все по полочкам разложено, и каждый цветом помечен. Только цвета-то всего два у вас имеется. Один красный, другой белый. Никакой ошибочки. Только неправда все это. Разные мы. Ты меня все по войне гражданской судишь, а что потом со мной было? Сколько слез я России пролил? Не могу я по-прежнему. Не могу. Верно. Нельзя по-прежнему. Куда с шашкой да с обрезом на нас теперь? Вот ты мундиры напялил фашистской. А если не было другого выхода у меня? Ты что знаешь? Я вот сейчас дошел, наконец, до последней своей точки окончательно. Ну, чайку выпей, Крюков, может, полегчает. Эх, комиссар, комиссар, я-то думал, в тебе спасение мое, а теперь, кажется, все к чертям летит. Зачем прибедняешься? Что так? Ты же недавно силой немецкой хвастал. Вот, мол, войска их на Волге стоят, а теперь чертей вспоминаешь. А ты чего хотел?
чтобы я тебе сразу все мысли свои раскрыл. За 20 лет и металл заржаветь может. Проверял я тебя, вдруг постарел ты. Семьей, чинами разными оброс. И ушла из тебя хватка комиссарская. Я к тебе в открытую, а ты потом возьмешь и свою жизнь, спасая меня, гестапо, и продашь. А теперь ты меня, значит, проверил. Ты сейчас про Сталинград вспомнил. Ну, слушай тогда. Слышишь? Это Берлин передает. Разбиты они в пух и прах под Сталинградом. Фельдмаршал их в плен сдался. По всей Германии траур объявлен. Слышишь? О! Слышу. Слышу. Ну, а что дальше будет? Я могу в точности рассказать. Драпать фрицы начали, теперь до Берлина не остановится. А я больше бежать не хочу. Все. Сергей Петрович, скажите, а если я... Меня могут простить? Простить? За все ответ нести готов. Только жизнь оставьте, чтобы мог искупить. Я на все пойду. Требуйте. А мне ничего не надо от тебя. Тогда убей меня. Сам. На, убей. Только прости после. Или и тогда не простишь. Неужели и жизни моей мало? Ух, струсил ты здорово, Крюков. Да, да, да. Струсил я. Все равно никуда теперь от вас не убежать. Больше в погребе переждать не удастся. Рано или поздно. Да и нет больше сил моих, Сергей Петрович. А ведь, если вы за меня словечко скажете, вам поверят. Хотите, на колени встану. Ты что? Ты что, и правда хочешь мне помочь? Все сделаю. Прикажите только. А вот, чтобы это до конца поверили. Возьми мой револьвер. На. Хочешь, в меня стреляй? Хочешь, беги, только уж потом не забудь про меня, Сергей Петрович. Ну что ж ты, опять не веришь? Я же оружие тебе свое отдал. Хватит думать, Сергей Петрович. Итак, в моих руках пистолет. А до прихода Степана осталось всего 15 минут. Теперь я могу справиться с теми двумя в прихожей. Или в крайнем случае... начать стрелять, и Степан услышит выстрелы. Крюков, а что же он задумал? А вдруг это вовсе не игра? Не скрыл же он про Сталинград? Сталинград, а молодец, Димконь. Неужели я не сумею верить Крюкову? А если... Тогда уж ничего сделать будет нельзя, значит, выход только один. Выход только один. Хорошо. Хорошо. Первым в прихожую выйдешь ты. Заговоришь с немцами. Потом я. Надо постараться убрать этих двоих бесшумно. Понятно. А если не сумеем без шума? Будем прорываться с боем, не теряй времени. Ясно. Иди. А... Как? Ну что еще? Ну как идти-то? Без 7. 10? Ну и что? Мало времени очень. А вдруг сольется у нас там? Ты о чем? Эх, Сергей Петрович, вы все не доверяете. Я ведь беззаружно перед вами стою. Я знаю, ровно в 10 Степан должен прийти. А если нам вырваться не удастся, и он, выходит, тоже пропал. А... Степан не придет? Как? То есть как? Постой, значит, и вправду его нет? Значит, что, просто бредил, радист? Нет, не бредил. Ничего не понимаю. Да все очень понятно. Он знает, что в доме засада. Ну, пошли. А что, сообщил ему кто? Или действительно знак условный? Ну, тебе-то какая разница? Ну, знак, занавеска на окне не задернута. Входить в дом нельзя, если... Ты что?
А вот теперь, Сергей Петрович, со мной порядочек полный. Занавесочку задерну. Дует. Открой занавеску, Крюков, или я убью тебя. Сейчас ты меня совсем убедил, комиссар. Да? А я живой. Вот так. Что, не стреляет пистолетик? Правильно, он не заряжен. Садись. Быстро, Сергей Петрович. И чтобы не рыпаться у меня, вот так. Совсем ты, гляжу я, молодчик. Жаль, еще чайку с тобой выпить не успеем, товарища Степана встречать пора. А я-то гадал, как это вы его предупредить сможете? Оказывается, в занавесочке все дело. Открыто не входи, закрыто добро пожаловать. Вот мы ее с тобой и закрыли. Мразь ты, Крюков, мразь! Обижаетесь, Сергей Петрович. Правильно. Вот и хорошо. Это же, конечно, последнее дело, дураком оставаться. Отвратительно. Вот и хорошо. Вот и хорошо, что сами признаете. Уж больно. Ой, ты сука. Доверчивой вы стали. Сука ты, Крюков. Кому? Кому поверили, чтобы я у вас о пощаде молил? Или думаете, умные очень? Кого хочешь сагитировать, сумеем. Ничего. Нет, ничего сильнее ненависти у меня к вам. Ко всем вам. Думаете, раз одолели нас, хозяевами в России сделались? Да кто ж вы такие? Уж голодранцы. Мелочь подзаборная. С кем тягаться вздумали? Держали вас в кулаке 1000 лет. Вот. И дальше будем так держать. А Сталинград как же? Или память у тебя отшибла, Крюков? Думаешь, не успеем повесить тебя? Успеем. И тебя, и товарища Степана, и еще многих. Так что тебе радоваться нечего. Сын у меня там, Крюков, он и тебя тоже не упустит. А пока наш праздник будет. О! Вот и все, Сергей Петрович. Сейчас с дружком своим повстречаетесь. Вроде можно сказать, повезло вам в жизни. И то, и другое. Только раз и вам проигрыш выпал. Сын, говорите, отомстит за вас. Мечтаете? Сергей Петрович проклянет вас, сын. Имя ваше забыть захочет, потому что как же жить ему будет дальше, если папаша его предатель? А вы что ж думали, как? Начнут после гадать. Кто ж гадать-то про занавесочку-то? Один ответ получается. Елисеев выдал. А кто ж другой? Оправдаться-то вы, Сергей Петрович, не сможете. Да, Крюков, все ты продумал, Борис Нилович. Даже про сына не забыл. Ох, умница ты, Крюков, просто отлично. Да. Да.
Ты что это? Ты что, рехнулся? Молчать! Что такое? Поздно, Крюков, поздно. Зря только занавесочку разорвал. Не придет, Степан. Сорвалась у тебя засада. Что же ты? Как же это? Своими руками? Ох, невозможно. Сердитый очень шеф у тебя, так что не завидую я теперь тебе. Ты же поверил мне. Ты же стрелять хотел. Поверил? Ну, человеку поверить можно. Человека можно простить, а ты фашист. Ну, ничего, ничего, комиссар. Этот ушел? Ушел? Как? Ничего. Ты у нас еще здесь. Сам пытать буду. Сдохну. А все скажешь, гад. И еще одна твоя ошибка. Так быстро к окну метнулся, что даже револьверы свои перепутал. Вот этот точно заряженный. Ой, черт. Не кричать. Что? Не кричать, говорю. Вы что? Вы что хотите, Сергей Петрович? Вы что хотите? Не, ну, надо, не надо. Пулю ты давно заслужил, Крюков. Но в другой раз видно. Не надо. Так, тихо. Что? Пошли. Слушаюсь. Крикнешь? Нет. Стреляю. Понимаю. Эти двое из прихожей, кажется, тоже выбежали на улицу. Ага. Ну вот, пройдешь вместе со мной. Так. Прямо к мотоциклу. Понял? Ага. Вперед. Сейчас. И чтобы... Не успели. Шеф сам приехал. Не выйти из дома теперь. Да. Опоздал. Опоздал. Ну? Ну что же? Придется с полковником Брухом познакомиться. Давно мы этой встречи ждем. Все, пропал. Неужели конец приходит? Ему-то все равно могила. Вот он и хочет с собой побольше уволочь. Что же делать? Как же быть? Сам виноват, из рук выпустил. Даже если жив останусь. Нет, не простят, не пощадят меня. Полковника своего не простят. Засаду эту вспомнят. Спасти Бруха. Спасти, предупредить. Все, засчтется. Жить буду. Дышать. Пропадай тогда все пропадом. Не ходи сюда! Сам Крюков на пулю напросился. Нет,
Долго, конечно, не продержаться. Хорошо. Не зря. Не зря. Так, а где ж полковник-то? Неужели и тут? За Колю? За Колю получаете. А Степан ушел. Ушел. Это главное. Ах, гранаты, жалко, нет. Подпустить бы поближе. Ну где же? Где же ты, Брух? За спины прячешься, я... Как в грудь ударило. Ну и пусть. Пусть. Не взяли меня живым. Не взяли. Нет. Еще один патрон. Он не должен пропасть. Ах, неужели не подниму руки? О, во весь рост встали. Думает, убит я уже. А, сам полковник ко мне шагает, а у меня еще патрон. Ох, обидно же ведь, а? Только я соберусь. Соберусь, все силы. На! Получай, полковник. Это ты? Лиза? Лиза? Ты не открывай глаза. Не надо. Спи. Просто мне пора. Ты слышишь, Лиза? Ну что ты, родная моя? Ну разве можно? Ну ты не плачь, я вернусь. Я обязательно вернусь. Поцелуй сына. Отпусти меня. Ну, у меня уже не осталось секунды. Ребята ждут меня, я иду! Иду! Я иду!